Молоко из морозилки и просроченная сметана. В двух детских садах города в ходе прокурорской проверки были обнаружены нарушения условий хранения и сроков годности продуктов питания. Молочные продукты, вызвавшие интерес сотрудников прокуратуры, предназначались для питания детей. Как нам пояснили в прокуратуре, это была обычная плановая проверка, организованная по заданию областной прокуратуры в преддверии учебного года. При проведении проверки было выявлено нарушение санитарных правил и норм в двух образовательных учреждениях города Рассказово, в детских садах. Значит, именно неправильное хранение молочной продукции, несоблюдение температурного режима и нарушение использования продуктов с истекшим сроком годности. Халатность, допущенная работниками и руководителями дошкольных учреждений, классифицируется как нарушение статьи 6.6 Кодекса об административных правонарушениях, а именно нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах. По результатам проверки ответственные работники могут быть наказаны штрафом в размере от 1 до 3 тысяч рублей, а должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.